Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сейчас я нахожусь на сертификационных испытаниях в городе, тут рядышком Минусинск, рядышком Абакан, поэтому мы на границе Хакасии находимся и Красноярского края. Сейчас вот этап техногенный завал, и я бы хотел сделать такое объявление именно для кемеровчан и близлежащих городов, которые находится недалеко от Кемерово. Ну, это может быть, я не знаю, там Кедровка, да, там Мазурово там рядышком, что находится, Березово у нас находится рядышком. Для всех владельцев щенков и собак, которые хотят сделать из своих собак, из своих друзей, подопечных, собак-спасателей. То есть не только, что вы сделаете собак-спасателей, которые будут разыскивать у вас людей, вы сможете стать волонтерами, вы сможете проводить прекрасное время где-то, не сидя дома возле компьютера, а находясь где-то в лесу, где-то в техногенном завале, принося при этом пользу обществу и принося пользу самому себе, потому что внутреннее ощущение того, что вы будете помогать, оно как бы стимулирует очень сильно. Вот, и не проводя праздное время. Тем более, какой-то, я надеюсь, что у нас получится сплоченный коллектив. Обращайтесь ко мне, все вы мой контакт знаете. Контакт мой можно найти в группе статисты Кемерово КО ПАСО. Группа находится в социальной сети ВКонтакте. Ну, вот здесь я тоже дам ссылочку на мой электронный адрес, пишите мне все. В общем, я организую группу, которая захочет из своих собак сделать собак-спасателей. Там, я еще раз повторюсь, мы научимся не только этому, но и как правильно взаимодействовать, как контактировать, как выстроить правильное отношение между человеком и собакой для того, чтобы было комфортно существовать вам и вашему другу. Не буду тут долго развивать эту тему. В общем, ребята, давайте будем встречаться. Я думаю, что где-то в выходные дни мы будем это делать, так чтобы было удобно для всех, по заранее составленному графику. Итак, списываемся со мной, звоним мне, встречаемся и прекрасно проводим время. Итак, с вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Спасибо.